Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, это уже второй ролик у меня с хуёвым голосом. Я за это чертовски извиняюсь и прошу у вас у всех прощения. А также хочу вас попросить играть на Arizona роли Play Phoenix по моему э, никнейму Данты Конр, так как при достижении вами пятого уровня с этим моим никнеймом вы сможете получить целых 300 тысяч э, вертов при достижении вами э, пятого игрового уровня. Поэтому... Все это вы сможете э, сделать по айпишнику в описании, вот, и мы уже приступаем непосредственно к самой теме данного видеоролика. Um, По-моему, то ли в пятницу, то ли в четверг, то ли вообще в среду, uh, YouTube выкатил новое правило касательно оскорблений. И многие ютуберы сразу вот опять-таки абсолютно ни во что не вчитавшись, увидев только заголовок какой-то или что-то подобие того, они сразу подумали, что все, каким-то критическим видеороликом, разоблачением, а также чистым выражению своего мнения, просто пиздец. Абсолютно не обратив внимания на то, что эти самые новые правила направлены на то, чтобы никто не оскорблял, допустим, uh, Расы, гендеры, а также сексуальный выбор абсолютно любого человека, и вы знаете, многие начали говорить, что YouTube превращается в Twitch. И допустим, за слово пидорас я осуждаю, если что, это сказано в научных, учебных, а также полемических целях. За слово, допустим, пидорас, а человека так же, как и на Твиче, допустим, будут банить. Но это все работает немного не так. У Ютуба уже на протяжении многих лет формируются свои принципы сообщества, а также правила об этих самых принципах сообщества. И знаете ли, в чем дело? А все дело в том, что эти правила работают дико редко и работают они только тогда, когда ролик, допустим, флагуют очень сильно. Допустим, человек играет, ну не дай бог, в казино, где-нибудь там на своем ролике или на своем стриме, и многие люди, допустим, человек 50 или 100 с разных аккаунтов, с разных IP-адресов флагуют его вот этот видеоролик или его вот этот вот стрим за то, что он, ну, знаете ли, создает спам-контент или что-то наподобие того, который призывает людей играть в азартных играх и во всем прочем. На Ютубе азартные игры и а, все такое прочее запрещены. Тем более ссылки и так далее. За ссылку в описании на какое-нибудь казино или вроде того а, вас могут забанить. А вот за ссылку в комментариях... Нет. Поэтому сейчас многие а, придумали вот эти вот самые обходы, то, что там пишут с какого-то а, фейкового аккаунта и оставляют ссылку на БК. Эта самая ссылка закрепляется а, вверху, и потом этот аккаунт а, через какое-то определенное время банят или не банят, и а, ну, с аккаунтом происходит, то есть все. То есть ссылка там удаляется, и тогда это не особо важно. А все это я говорю к чему? А говорю это все к тому, что правила то может быть и принялись, но не факт, что они будут работать. У нас также есть правило о э, запрете на нецензурную брань. По идее, должны ставить 18 ⁇ под данный видеоролик, но ничего подобного не делают. Потому что, ну, задетектить вот эту вот самую нецензурную брань ее достаточно сложно. Допустим, слово сука является литературным словом и может быть использован. Слово хрен является также э, таким, знаете ли, же организмом, поэтому за него тоже особо ничего не делают. И поэтому эти правила, как бы, но ну, если ты, допустим, говоришь вместо слова нигер, говоришь слово книга, тем самым как-то вуалируя все это, разумеется, тебя не забанят. Потому что а, то слово, которое ты хотел сказать, оно не сказано. Опять же, хочу повториться, что все слова а, хуевые, сказанные в этом видеоролике, они сказаны исключительно в научных целях, а, дабы люди их не называли, не говорили и не делали а, прочих ошибок в своей а, нелегкой жизни. Так вот. К чему я это все веду? Веду я это все к тому, что никто мне запрещает критиковать, никто мне запрещает делать прочие вещи вам запретили только лишь угрожать издеваться над гендерами издеваться в общем над сексуальным меньшинством запретили а также угрожать или содержать видеоролики какие-то прочие намеки на угрозы за все это вы будете забанены и я это все ну категорически поддерживаю кроме вот этих вот знаете ли правил касательно сексуальных меньшинств ну забавно когда слово книга конечно в немного другой интерпретации оно запрещено. Ну, это забавно, но это так и есть. Поэтому можете быть э, спокойны. GTA сам ютуберы, которые любят э, поговорить какие-то такие прочие слова. Вот, и расслабиться, и просто а, далее снимать видеоролики без всех вот этих вот э, вещей. Также есть исключения по поводу всего этого. Допустим, ну, вы знаете, что. В художественных целях использовать вот эти вот все запрещенные слова, а также там какие-то угрозы в художественных целях, допустим, если у вас какой-то скетч, какая-то прочая хуйня, все это запрещено. Поэтому, ну... Эм... Ну, как-то все это вот так вот происходит. Не будьте, пожалуйста, малолетними дебилами и ознакомливайтесь совсем более подробно. Извиняюсь за свой голос, но, тем не менее, ролики должны выходить каждый день в 20.00. А, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм, находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока.